Чтобы стать настоящим мастером своего дела, нужно учиться у такого же мастера-наставника. Для молодого специалиста, выпускника или еще студента системы наставничества в ВУЗе или среднеспециальном учебном заведении, на предприятии или в организации играет важную роль, ведь именно наставник в первую очередь помогает в адаптации. Об этом и многом другом говорили на круглом столе «Наставничество. Современная реальность», прошедшем театрально-концертном центре «Щелковский театр». Вопрос адаптации молодых специалистов, организации системы наставничества – темы, обсуждаемые на круглом столе, весьма актуальны. И актуальны как для студентов, молодых специалистов, так и для их будущих работодателей. Так, в Щелковском театре собрались районные власти, предпринимательская общественность, представители Центра трудовой занятости населения и образования, а также студенты Щелковского колледжа. Будем стараться работать в направлении того, чтобы развить это направление и чтобы предприниматели также активнее принимали участие в наставничестве молодых специалистов. Круглый стол инициирован местным отделением партии «Единая Россия» совместно с Союзом промышленников и предпринимателей в рамках проекта «Молодой гвардии Единой России» «Банк студенческих стажировок». Сегодня поднималось очень много важных вопросов. Очень приятно было то, что вот именно на базе этой площадки в рамках работы круглого стола некоторые руководители предприятий услышали, какие услуги предоставляет наш Щелковский колледж, что есть и дуальное образование, в рамках которого могут подготовиться профессиональные кадры среднего профессионального образования, начального профессионального образования, которые будут уже проходить практику на предприятии, придут туда практически уже подготовленным специалистом. Когда студент приходит на предприятие, и ему нужно адаптироваться, то здесь он сталкивается с такими проблемами, как он не знает, там технологически он, теоретически он представляет, как это все устроено, а технологически он не знает, как работает то или иное оборудование. И поэтому здесь наставник будет играть ключевую роль. Обозначили важность коммуникации между студентами, их преподавателями, будущими работодателями. Также говорили о системе дуального обучения, что является возможностью подготовить специалистов, учитывая все особенности конкретного предприятия. Уделили внимание и вопросу прохождения производственных практик на предприятиях и в организациях нашего района, что успешно реализуется. Внимательно относимся к процессам подготовки молодых кадров. У нас заключены соглашения и с Московским государственным университетом МГУ имени Ломоносова, и Менделеевским институтом МХТИ имени Менделеева, и МИТХТИ, Московский институт тонкой химической технологии, Тимирязевская академия наук, ну и Щелковский наш колледж. Анна Блиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».